Добрый день, дорогие россияне! С вами вновь Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Сегодня второй день мы живем в обновленной, свободной, счастливой стране с новым президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Но моя песенка не об этом, она о том... А, собственно, что я говорю? Ее название само за себя говорит. Она называется «Грудинина». Премьеры. Нынче цику мало веры, больно уж велик процент, злоупотребив без меры, мне сказал один доцент. Правда, что тут после драки кулаками-то махать? Хошь не хошь, придется враки нам за правду принимать. Ладно, ясно с президентом, В.В. Путин, кто же еще? Но живет в пространстве ентом тот, кто властью облечен. Тот, кто тоже, бля, не беден и не блещет красотой. Дмитрий Толевич Медведев, россиянин, а не простой. Правда, трудно быть премьером в непростой такой стране. Хоть какие примешь меры, все равно будешь в говне. Ну а тут еще Навальный, я вам, братцы, не Димон, и конец такой печальный заслужил недаром он. В общем, смена интерьера, хоть и прежние у руля, подобрать велит премьера смены свиты короля. Пусть и добр будет, и грозен, и чтоб был повсюду вхож на директора совхоза, на Грудинина похож. Он мошенников от власти вмиг сумеет отлучить от коррупции причастных и на нары посадить. По примеру Сингапура, где премьер Ли Куан Ю, одолеем мы в натуре здесь коррупцию свою. Всероссийскую помойку наш Грудинин разгребет, где почистит, где помоет, а кого и отъест. Да-да-да, правильно. Только если Сингапуру надо было 40 лет, то Россия ведь не дура, идиотов как бы нет. Пару-тройку казнокрадов принародно здесь казнят, остальным подумать надо, как прикрыть любимый зад. Экономика, финансы, медицина, школа, спорт не поют больше романсы, ведь хозяин в дом придет. И, глядишь, опять взлетело наше русское село. Здесь грудининцы умело ставят пташек на крыло. Перестанет вырубаться наша русская тайга, и не ступит там китайца, все поправшая нога. Силиконовой долины он прожект перечеркнет, казино из странствий длинных города опять вернет. Удушить не даст культуру, опустить народ на дно. А будем пить не политуру, а хорошее вино. В общем, президенту вера, слава будет и почет, коли снимет он премьера, а Грудинина возьмет. Коли снимет он премьера, а Грудинина возьмет. С вами был Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Павла Грудинина в премьеры!